США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и главы МИД Хусейна Амира Абдуллахиана в результате крушения вертолета. Иран выбирает нового президента, и мы подтверждаем нашу поддержку иранскому народу и его борьбе за права человека и основные свободы, также говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что несмотря на выражение официальных соболезнований Ирану в связи с катастрофой, а также участие США в минуте молчания в Совете Безопасности ООН, Вашингтон фундаментально не поменял и не будет менять подход к Ирану и его правительству. Также Миллер заявил, что правительство Ирана обращалось к США за помощью после аварии. «Мы дали понять, что предложим помощь, как мы сделали бы это в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации. И в конечном итоге мы не смогли предоставить эту помощь», — сказал Мэтью Миллер. Согласно его словам, Вашингтон не смог предоставить помощь Тегерану в основном по логистическим причинам.